Вместо торгового дома эту территорию ждет благоустройство. Такое решение принял глава городского округа после того, как жители дома Пожарского 2 пришли к нему с жалобой. Перед окнами многоквартирника в микрорайоне Левобережной обещали построить небольшой торговый центр. Но места мало, да и сквер будет полезнее. На встречу с жителями выехали представители администрации. Заместитель главы Химок Игорь Панчук заявил, предпринимателю выделят другой участок для строительства, а здесь благоустроят зеленую зону. Жители рады такому исходу. Конечно, будем гулять в этом сквере. В нашей семье 7 детей. Вот, займем практически половину этого сквера. Большой плюс в сохранении этого сквера, потому что это и экология будет лучше. Спасибо большое администрации, что услышали жителей. Обращение жителей власти рассмотрели быстро. Буквально в течение месяца вынесли решение о том, чтобы запретить здесь стройку. Администрация во главе с Волошиным Дмитрием Владимировичем, главой городского округа Химки, прислушалась к мнению жителей. И в этом месте будут оборудованы пешеходные дорожки, установлены лавочки для отдыха и будет установлено оборудованное освещение. Благоустроить территорию обещают в следующем году.